3 года назад родители привели Дениса Савельева в детскую школу искусств номер 2, где он стал участником коллектива «Горница». С тех пор мальчик неоднократно занимал 2-е и 3-е места на различных фестивалях. Первую безоговорочную победу Денис одержал на конкурсе «Одаренные дети России». Для выступления мальчик выбрал песню «Конь» группы Любэ. В этой песне рассказывается про нашу родину, про красоту в ней. Пой, кудрявый лед, пой о том, как я в Россию влюблен. Еще одна участница «Горницы» Екатерина Строкова на конкурсе «Одаренные дети России» стала лауреатом 2-й степени. Девочка занимается вокалом 6-й год, выступает как в ансамбле, так и сольно. Нравится и соло, и ансамбль. В ансамбле вы все дружны, вместе. А соло ты показываешь себя именно. И, может, в дальнейшем ты станешь очень хорошим человеком в этой профессии. К выступлению на конкурсе и Денис, и Катя начали готовиться задолго до поездки. Выбрать песни и проработать все нюансы их исполнения ребятам помогала руководитель Ирина Оськина. Работа продолжилась и после выступления. Мы намечаем свои уже новые какие-то задачи, чтобы дальше идти и развиваться. Самое главное, конкурсы – это тире, как я говорю, это развитие. Сейчас ребята занимаются подготовкой к выступлению на концерте ко Дню Победы и репетируют песни для участия во Всероссийском фестивале «Зеленые святки». Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.